Друзья, привет! Это Скима, и мы рады вас приветствовать. Впереди сезон зима 2021-2022 года, и мы по традиции рассказываем вам о том, какие изменения в наше оборудование мы внесли. Ну, хочу вас успокоить, что оборудование, которое мы выпускали, мы продолжаем его выпускать, но есть новинки. И вот одна из этих новинок, я представляю вам «Урал Плюс». Само название «Урал Плюс» говорит о том, что мы сделали это оборудование на основе нашего многофункционального укладчика «Урал». Здесь изменений немного, расскажу о них. Значит, во-первых, мы изменили цветовую гамму для того, чтобы можно было их легко различать между собой. Дышло стало черного цвета. Ну а ключевым изменением является то, что у него один укладчик, но он смещен от центра в сторону. Подготовки две, и поэтому вы можете в любой момент переставить укладчик с правой стороны на левую, с левой на правую. Это сделать очень просто, достаточно открутить всего один болт. Здесь барашковая гайка, поэтому никаких затруднений не будет, никакого инструмента не нужно. И две цепочки, там карабины, оцепили, переставили, работаете. Это можно сделать за пару минут. Вот. Но он теперь смещен ближе к краю. Для кого-то это может оказаться решающим моментом, потому что бывают трассы не везде широкие, где-то это может быть необходимым. Вот мы внесли такое изменение, и теперь у нас в линейке добавился «Урал Плюс», многофункциональный укладчик лыжных трасс со смещаемым подъемным укладчиком классической лыжни. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, конечно. Ставьте лайки и обязательно делитесь вашими мыслями, соображениями. Нужно это, не нужно это. Что вы думаете об этом? Какие у вас есть мысли? Может быть, какие-то есть предложения, замечания? Обязательно делитесь с нами. Мы всем ответим, мы со всеми будем поддерживать разговор. Пока!